Привет, дорогие подписчики. Ой, сейчас, подождите, я звук забыл включить. Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Condemned 2. Мы находимся на старой игрушечной фабрике, на которой производили кукол. Надо сказать, меня это не радует, потому что я ненавижу все, что вот такое вот кукольное. Как вы знаете, всякие манекены, они меня пугают. Такая у меня своеобразная фобия уже выработалась. Но нам нужно выбираться. Тут мы нашли в офисе менеджера цифры 17-23-10 вчера. И я думаю, их нужно применить. Блин. Их нужно применить. Вот тут у нас просили кодовую комбинацию. 17, 23, 10. Надеюсь, нам это дадут ввести. Так. Введите правильную комбинацию. А где здесь вводить? Я чего-то не понимаю в этой жизни, да? Потому что просят ввести комбинацию на кодовом замке. Первый... А, вот как-то... А, вот, тут понятно. 17, второй номер 23 и третий 10. Отлично. И открываем дверь. Это что за хрень? Привет, меня зовут Блава Томми. Я могу считать задом наперед. 3, 2, 1. Офигеть. Офигеть. Твою мать! Так, ладно. Ребята, у нас проблема определенного рода. Как я и говорил, с предыдущей серии игра... Да, собственно, она с самого начала, как вы помните, этих гудроновых человечков. Игра с самого начала превратилась в какой-то, я не знаю, сюрреализм. И гораздо менее вменяемый сюжет, чем в первую, но тем не менее это... Не означает, что мне не страшно. Так, они взрываются, похоже, да? Эти куколки. И вот тут вот, когда мы поднимались первый раз, мы тут видели вообще какую-то девушку-манекена, которая пыталась меня атаковать. Это тоже не очень хорошо. Так, сохранение, ладно. Валим. Валим. Ой. Ой-ой, тихо. Ой-ой. Валим. Пинайте детей, мне сказано. Хороший совет. Так, ладно, вроде в безопасности. Офигеть, что-то мне это все совсем не нравится. Иди нафиг. Это капец, это что такое вообще? Вся фабрика охвачена пламенем. Тебе нужно найти офис. Найти там маску. Если будешь проходить мимо комнаты управления контролем вентиляции, то используй ее как срез. Там можно срезать, он сказал. Так, ладно. Нужно найти противогаз, чтобы не задохнуться отходами горения данной фабрики. В пожаре сгорит много пластмассы, токсичной, натуральной двинешь кони. О,
Так, это что такое? Заряд для шокера. У меня что, шокер есть, что ли? У меня же нет шокера. У меня шокер есть? Откуда он у меня? Ну ладно. Блин, а что ты не хочешь брать? Я, честно говоря, вообще не знаю, откуда он взялся. Ни сюжетно это никак не показывали. Ну ладно. Сделаем вид, что все в порядке. Комната управления вентиляцией. Так, тихонько. Где-то я слышу этих тварей. Будем надеяться, что это та комната, просто предыдущая. Ой, нет, только не это, пожалуйста. Уф, ладно, хоть тут заскриптовано. Так, понял. Тихо. Так, мне уходить, похоже, надо. Что-то тут слишком много всякого нехорошего. Да, твою мать. Ну-ка, давай попробуем. Найти. Так, ладно. Это явно будет странная серия. Какие-то враги странные пошли, маски у них. Не знаю. Это, по-моему, глупо. С одной стороны, все круто, то есть пугает очень так, я себя неуютно чувствую, но с другой, я не люблю такое, когда все бессмысленно становится. Какие-то непонятные маски, какие-то куколки ходячие. То есть я люблю, когда больше смысла во всем этом, больше реализма. Настоящий, на мой взгляд, пугает гораздо сильнее, чем всякое вот такое вот. Ну ладно. Так, тихо. Идут. Будет взрыв, нет? Ай, жив. Тихо. Блин, что с вами делать-то? Вас добивать после этого? Похоже на то. Ой, блин, а чё вас так много-то, а? Валим, валим. Блин, откройте дверь. Здоровьем, пока все в порядке вроде. Капец, это глупо, по-моему. Ну, страшно, да. Так, ладно, куда мы дальше двигаем? Да, блин.
Что это нам дает? Ага. Так, я вроде все правильно понял. Что происходит вообще? Я эту серию вообще не понимаю. Какого черта? Так, здесь где-то у нас очередная глушилка. Но. Так, взорвить и себя, и его. Хорошо. Драться с вами, по крайней мере, очень просто. Хоть это драк это назвать. Так, ладно. Вроде поспокойнее стало. Что у нас тут? Аптечек к морю вообще. Ладно. Опасно. Будем знать, что сносит прямо по одному квадрату за раз. Кто у нас с огнестрелом, что ли, кто-то ходит? Нет. Ну, тоже ничего хорошего. Так, все, ладно, хорош. Так, это что? Это пресс какой-то? Очередной телевизор. Опять новости, блин, ну... Мэр заявил следующее. Восстание класса 3 в городе. Делаем все, что можем. Народ расследует причины. Отвяжись, короче. Похоже, по телекам, я думал, опять будет с нами непонятно вот эта вот личность в виде гномика связываться. Но в итоге почему-то постоянно передают новости. А новости здесь, как видите, одно и то же разжевывают. Что да, восстание, что огорожено, что непонятно. И сразу в раз. Как будто для галочки. Ой-ой-ой. Ладно. Так, дружок. Да блин. Да ты... Хорошо, у меня как раз это оружие сломалось. Так, нужно что-то взять. Типа вот этого. Блин, ну-ка я тут выскочил. Фу. Так, сюда я не попадаю. А, понятно, нам надо газ выключить. Перекрыть. Да-да-да. Хорошо. Так, ладно. Ох, ёлы-палы, надо спешить. Эй, сюда! Кто это сказал? Помоги мне, мои ноги! Дышать, говорит, не могу.
Ой, блин, так, надо поспешить, попытаться помочь как-то. Возможно, мы сможем отсюда обойти. Хотя нет, честно говоря, сомневаюсь. Так, тут тоже не пролезем, да? Тебе нужна газовая маска. Так, где у нас здесь она может быть? Блин, быстрее, пока все не сгорело. Кибри и фини. Но здесь я отодвинуть не могу. Почему-то не дается мне такая... О, ребят. Понял. Так, давай, страшный ребенок. Хоть раз сделай полезное дело. Да, вроде как сработало. Леру, я в офисе. К этим маскам лучше бы здесь находиться. Большой шкаф тут определенно должен быть. С надписью «Маски». Так, ну давай бухнем для храбрости. Это не тот? Нет. Маски. Пусто. Пусто? Теперь что? Дай подумать. Попробую у него в столе проверить. И тут ничего нет. Так, клюшка для гольфа. Давайте обыскивать, что ли, все. Да что такое-то, ёлы-палы? Так, здесь повыше не может быть. Вот она. Ой, да уйди ты, блин, а. Фу, так, все, можно двигаться. Так получше, наверное. Да, кидайте ее. Его. Так, ладно, уходим. Там бомж, что уже, наверное, обуглился. Нет, еще живой. Это моя кошка, если что. Так, давай. Я думал, мне конец. Ну, давай. Ногу, говорит, поранил. Эта нога у меня хорошо танцевала. Да вы издеваетесь, что ли? Капец. Не знаю, вот эта локация, все, что на ней происходит, это, как сказал бы Станиславский, не верю. Вообще, что-то бред какой-то. Тихо, надо спешить. Так, ну что, мы убираемся уже, я так понимаю. Потому что мы сейчас сгорим точно кедре и фене. Блин, что делать-то? Ты маски еще нифига не видно.
Да, блин. Это плохо. Так, тут закрыто. Куда-то сюда, наверное. Так, тут надо газ перекрыть. Хорошо. Еще газ. Так, блин. Так, что-то тут много слишком всего плохого, я даже не знаю, куда мне сейчас идти-то. По идее, мне нужно сюда пройти, но если я сейчас полезу под огонь, меня, конечно же, убьет. Поэтому давайте осматриваться потихоньку. Если я поднимусь наверх, что мне это даст обратно? Блин, мы сейчас сгорим просто, такие дрени фени. Давай, чтобы не так страшно было. Ноль эмоций. Так, ну ее упало. Может, нам и туда куда-то. Где-то там находится, блин. Где-то там находится один из этих глушилок, это. Вот с ее помощью. Вернее, ее с помощью этих кукол, наверное, и нужно уничтожить. Так, ладно, давайте поднимемся. Посмотрим теперь. Как мне тут... Понятно. Так, хорош. Ничего больше. Так, да ну нафиг, короче говоря, с вами связываться еще. Там была глушилка как раз, но... Ну и нафиг. Просто хочу выбраться уже отсюда. Так, ладно. Ой-ой. Да, блин. Где они? А, те наверху, наверное. Ладно. Фу, так. Валим, валим отсюда. Что-то тут совсем все плохо. И это еще что такое? Да блин. Чем меня чуть не убил-то? С чего я загорелся так прям? Воспламенился. Так, в целом... Оружие у меня в хорошем состоянии. Давайте уже понимать тогда, что же нам тут нужно делать, потому что пока что с этим у меня довольно туго все.
Мы находимся в каком-то, я не знаю, может нам вытяжку? Нет. Тобой опять может что-нибудь набедокурить. Пока же сюда пойдем. Блин, меня раздражает эта куколка, которая просто раздражает. Нездорово это все, согласитесь. Это как-то совсем уже что-то странно. Блин, да? Хоть получше видно было бы. Короче говоря, что мы тут делаем-то? Там у нас все, тупик. Еще куча аптечек. Прыгать наш герой не умеет. Забираться на эти штуки тоже. Ага, так, блин. В такие моменты хочется, чтобы у меня железное было терпение, потому что это плохо все. А, вот смотри. Эй-эй! Ты-то кто такая? Так, тихо. Да, блин, опять загорелся. Вот этого только не хватало. Так, ладно. Похоже, к ней нужно закидывать эти штуки. Ой, ой. Блин, шарахнул. Ее хоть долбануло, нет? Так, ну я понял, что с ней делать, но это мне не сильно помогает. Да, блин, хватит загораться. Я же вообще вдруг... Блин, да что ж такое? Ох, так, ладно. Давай, иди сюда, дорогой. Блин. Да неужто? Фу. Я не знаю, то ли с этим уровнем что-то не так, то ли я чего-то не понимаю. Это действительно очень круто, но, по-моему, это какой-то вот этот уровень был не очень хороший. Потому что я так понимаю, что он заканчивается сейчас. Я надеюсь, по крайней мере. На уровне остальной игры он был каким-то натурально странным. Ну, возможно, это из-за того, что я не понимаю просто вот этих всех приколов с сюрреализмом. Но как-то это все было довольно-таки не очень. Нет, он еще не закончился. Так, хорошо. Давай. Запарить уже. Так, ладно. Мистер Томас, все еще дышишь? Где находишься? Так, нужно понять, где я нахожусь. Причем по-быстрому желательно бы. Около служебного лифта 4C. Не знаком? Может, и не важно. Он говорит, что сверху можно выбраться, короче говоря. Так, понятное дело, это все будет не так-то и просто. Так, ну лифт не работает, я так понял. Пойдемте наверх.
Внизу там, по-моему, очередной этот звуковой девайс. Ну и фиг с ним. А, понятно. Блин. Ладно, не попал. Так, подожди. Это я не могу взять? Ладно. Хрен с ней тогда. А, ну блин, ну ты что, не можешь пройти, что ли? Так, нам получается остается только... Тут может. Да нет. А, понятно. Что-то я затупил, похоже. Дерьмо. Так, что изучить нам нужно? Провода подсоединить. Наконец-то. О, так, ладно. Ну, в принципе, что наконец-то с третьего раза. Так, блин, как обычно, все не слава богу, да? Ага. Теперь кто-то открылся. Шо, давай подтягивайся уже, братень. Пора выбираться из этого бардака. Так, что дальше? Ой, опять ты. С вами я уже понял, как разбираться лучше всего. О, да сколько всякого проблемного у вас тут. Предохранители. Так, мне сейчас, похоже, обратно к лифту нужно возвращаться. Здоровье полное. Ну, пойдем. Ой, да что ж у вас все... Ой, только не это. Козел. Ну что? Все не слава богу. Бляха. Что ты хочешь? О, блин, нам с тобой, похоже, придется. Да? Падай ты, мать твою. Да, скотина. Да на чё хрен попадешь? Я обычно дам не бью, но ты что-то даже не сказать, что сильно на даму-то похоже. Чё-то... Чё происходит вообще? Да харе, я ж тебя уже уработал все, а теперь еще ты меня и убьешь, что ли? Да давай быстрее. Да бляха, да что ж такое? Так, куда бы тебя приложить?
Ой, блин, слов нет. Ой, капец. Ой, что происходит? Я уберусь отсюда, нет? Бошку я раздавил. Где-то сад какой-то. Так, ладно, предохранитель у нас есть. Я надеюсь, теперь-то мы уже выберемся отсюда. Нет? Может, выберемся все-таки? Куда его вставлять? Сюда? Фу, ладно. Неужто мы выбрались-таки с этой фабрики? Ты же меня напугал, Итан. Где твоя машина? Ниже по улице. Хорошо, давай выбираться отсюда. Отдай пушку. Нужно тебе что-то показать в офисе. Да ты издеваешься. Никуда я не пойду, даже близко к этому месту не подойду. Просто успокойся на минуту. Я кое-что нашла. Какую-то связь. Связь между чем? Между тобой и Ван Хорном. Не знаю, то ли это музыка, то ли что, но, как я уже отмечал, как-то в этих роликах все довольно-таки странно выглядит. То есть, то ли режиссура, то ли что. Ну, давайте на этом прекратим эту серию. Я могу сказать, что эта серия меня очень сильно разочаровала. Если так будет продолжаться, то эту игру, то, блин, я просто для порядка добью. А так, ну, это натурально было просто ужасно, на мой взгляд. С одной стороны, ржачно, конечно. То есть, с какими-то манекенами дерешься, с какими-то куколками. Но Condemned я любил именно за то, что там было такое вот ощущение страха от этих притонов всяких. Как бы там ни было, ладно, увидимся в следующей серии. Посмотрим, что там как будет развиваться. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.